Я вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Це програма «Це вас хвилює». І сьогодні ми з вами будемо хвилюватись про турботу людей похилого віку, що мешкають в місті Миколаєві. І нам в цьому допоможе керівник Миколаївського відділення благодійної всеукраїнської організації «Турбота про літніх в Україні» Наталія Володка. Наталья Анатольевна, здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире. Спасибо большое, что вы приехали к нам. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что наш контактный телефон 769242. Звоните, дорогие зрители. Мы постараемся ответить на ваши вопросы. И Наталья Анатольевна, конечно, готова к любым вопросам. Наталья Анатольевна, мы знаем, что вы человек не только красивый, но еще и очень мужественный. И именно вам принадлежит идея создания вот этого благотворительного фонда «Забота про пожилых людей». Такого фонда не только в городе, но и во всей нашей стране нет. Я немножечко уточню. Прежде всего, добрый день, зрители. Всех поздравляю с наступившим Новым годом. Желаю всем хорошего здоровья, мира, любви, счастья, радости. Каждый день пусть нас радует. И я немножечко истории. Дело в том, что идея создания волонтерской организации в Николаеве возникла еще в 99-м году, вот непосредственно действительно у меня, потому как Организация Объединенных Наций объявила этот год годом пожилого человека. И посещая госпиталь, я видела, что люди остаются один на один со своими проблемами, и психологический аспект нужно было как-то решать. И я предложила студентам Николаевского медицинского колледжа, я там как раз преподавала, создать такой клуб. Клуб, который будет помогать людям преодолеть какие-то проблемы, который будет акцентировать внимание на здоровом образе жизни, потому что это очень важно в любом возрасте, независимо от того, скажем так, социального статуса, да, финансового положения пожилого человека. Здоровый образ жизни всегда только дает позитив. Конечно, и почему он дает позитив и детям, и молодым, да, независимо от возраста, да, пола и так далее. Mm-hmm. Да? И вот мы стали проводить такую школу на базе госпиталя. И, конечно же, мне хотелось это сделать такой работой более стабильной, более широком смысле, да, привлечь больше людей. Но проблема была в том, что нет помещения и так далее, и так далее. И мне повезло, я встретилась с директором всеукраинской благотворительной организации «Турбота про летних в Украине», где уже были несколько городов вовлечены в эту сеть. И она с радостью откликнулась на, скажем, эту идею создать и в Николаеве подобную структуру. В Украине таких отделений более 10. И мы очень успешно взаимодействуем. Взаимодействуем в чем? У нас проходят обучающие семинары. Любая работа требует все-таки определенных знаний. Все люди в свое время занимались профессиональной деятельностью. То есть все они пришли к нам с тем, чтобы оставаться активным, быть полезным сегодня, независимо от своих прошлой профессии, от своих знаний, умений. То есть они все готовы и открыты к получению новых знаний. И первое и главное, что является доминирующим в работе волонтерской для пожилого человека, это все-таки оказание помощи другому человеку. По принципу, знаете... По принципу, чем больше даешь, тем больше и ты получишь. Действительно, это так. Получишь. А ведь, согласитесь, для того, чтобы что-то... То есть оставаться здоровым, оставаться активным, оставаться подвижным, первое, что нужно сделать, это движение. Для себя ты не всегда это можешь сделать. Но если ты должен сегодня Марье Петровне принести газету, да, а ее нужно еще получить, пойти... И принести к ней домой, а потом еще почитать, а потом еще пообщаться, а потом узнать, что у нее есть какая-то проблема, и нужно ее решать. Значит, ее нужно довести в ту структуру, да, где решается эта проблема. Поэтому у нас, когда мы создавали организацию, это первое и главное, это было создание групп само и взаимопомощи. То есть по принципу «помоги себе, помоги другому». У нас работала... И продолжает работать группа волонтеров, которые волонтеры прямой помощи. Они приходят домой, они, допустим, оплачивают коммунальные платежи, да, они помогают вместе, допустим, сделать уборку, вместе, обратите внимание. То есть у нас такой принцип. Нет
прийти не для того, чтобы, вот, скажем так, как социальный работник выполнить определенную услугу, а вместе сообща и уйти. Да? А вместе сообща, чтобы человек как можно дольше оставался все-таки подвижным. Чем больше он подвижен, он менее зависимый. Это все-таки один из очень важных аспектов увеличения продолжительности жизни, то есть и качество жизни. Сейчас качество, мы такими Наталья критериями Анатольевна, пользуемся. Да, качество жизни. И потом человек сам себя чувствует, то есть я еще могу, понимаете? Да, есть такие люди, которые уже, к сожалению, за ними необходимо ухаживать. Здесь в большей степени, приходится проблем, приходится на семью, на родственников. И, кстати, и здесь мы уже нашли возможность, скажем, получить помощь родственникам. То есть мы проводим такие тренинговые программы, где, учитывая нагрузку психологическую, физическую нагрузку, все-таки семье, которая имеет пожилого человека с проблемой здоровья, мы им помогаем увидеть это с другой стороны, да, помочь им преодолеть те проблемы, которые у них существуют, чтобы... Но даже не замыкаться в своей проблеме. Конечно. Да. Помочь им овладеть теми навыками, которые способствуют снижению стресса, потому что это стресс, это длительная и утомительная работа, это понимаете? Это очень тяжелая работа. Очень тяжело, да. Тем более, знаете, видеть маму или отца активными, вдруг меняется ситуация. Угу. И вот этот психологический аспект, он выражается в проведении тренингов, участии семьи в этих тренингах. И, знаете, в конечном итоге он перерос в то, что мы сегодня у нас работает клуб арт-терапии. У нас великолепно проводит эти занятия художник, профессиональный художник, очень красивая женщина Андреева Руфина, Алексеева Руфина Андреевна. Это посредством, кто хочет приобщиться, пожалуйста, приходите, среда, Будённого 77, в 11 у них начало занятий. Вот, и в 11 утра, да? В 11 утра, да. Mm-hmm. Знаете, мы на протяжении многих лет не меняем время. Опять-таки, учитывая возрастные особенности, и потом еще учитывая, что многие наши люди заняты ежедневной работой или в те часы, которые им удобно работать на дому со своими подопечными. Вот. И учитывая, что они, в общем-то, очень интересные и реализуют себя во всех направлениях. Многие посещают хор ветеранов, некоторых посещают ветеранские организации просто вот с какими-то, скажем, занятиями или просто участие в определенных мероприятиях. Многие из них достаточно активны и посещают другие городские мероприятия. То есть они задействованы во всем. Они заняты. Они очень заняты. При этом, я должна сказать, что многие из них прабабушки уже, и они принимают активное участие в воспитании своих правнуков и имеют прекрасные результаты, понимаете? То есть у них дети и участвуют и в шахматных турнирах. То есть я считаю, что это результат прабабушки. И, знаете, я могу отметить, что наши волонтеры остаются достаточно длительно красивы, молоды. То есть это сохраняется, все это отражено на их лицах. Многие из них редко посещают поликлиники. Вот если бы проводить исследования, действительно, это очень положительная работа волонтерства, как возможность сделать свою, простите, старость, да, все-таки более привлекательной, более активной, а значит, улучшить свое самочувствие, а значит, увеличить продолжительность жизни. Я акцентирую на это внимание. Дело в том, что в одной из в каком-то периоде нашей деятельности возникла необходимость в создании такой службы адвокации, то есть говорить от имени пожилого человека. Есть, опять-таки, это благодаря тому, что волонтеры выходили на дом, да, они видели людей, которые не всегда знают законы. Они не информированы, они не могут либо покинуть свой дом, либо не могут донести в силу определенных особенностей, да, характера, информацию, которая бы вот оказала бы им какую-то определенную
помощь, да, ну, или да, улучшила, их, собрать, или улучшила их положение, да, да. Да. Допустим, какие-то дополнительные услуги, допустим, какие-то льготы и так далее. И вот здесь вот, когда волонтеры стали об этом говорить, что, вы знаете, мы с этим столкнулись, мы создали такую структуру, да, адвокационная служба. То есть люди опять прошли обучение, семинар. У вас все по-серьезному, все серьезно, да, это все очень серьезно. Профессиональная. Я хочу сказать, что люди такого возраста, они очень они открыты к занятиям, они открыты к получению новой информации, понимаете? Это и опять, и это положительно отражается на их самочувствии, правда же? Конечно. То есть человек чувствует себя востребованным. Не все хотят этим заниматься. Вы знаете, вот для меня лично, я когда просматриваю вот эту закон, мне она неинтересна. Законодательная база? Мне она неинтересна. Она написана таким языком, что я вообще ее не понимаю. Так вот, что делает наша организация? Мы выпускаем такие информативные справочники, которые... Статья такая-то, да, закон такой-то, но она еще и адаптирована к нормальному восприятию, да, и в любом возрасте, понимаете? И мы, наши волонтеры знают, что вот благодаря этому закону мы можем человеку помочь, допустим, в получении подобной услуги. Все, оформляются документы. Оформляются документы, относятся в определенное учреждение. Опять-таки несут волонтеры. Волонтеры. Правильно? Вот время, которое, да, прийти, собрать, доверить документы. Тоже нужно же знать, впустить человека в дом. Понимаете, да, вот да. Все эти моменты, то есть это не это люди, которые проверены, это люди, которым можно доверить, это люди, которые ответственны. Это люди, которые берут на себя ответственность, взять и все это довести до конца. Поверьте, иногда это несколько месяцев занимает. То есть, понимаете, когда мы переводим свою деятельность в часовые, да, допустим, во временные такие индикаторы, да, и эти временные индикаторы перевести в финансовый индикатор, то это огромное вложение волонтерской деятельности. И, наверное, очень важно, чтобы поддерживали. Важно, чтобы государство поддержало, и сегодня я вижу совершенно другое отношение, то есть более... скажем, более высокий статус, наверное, у волонтерной сегодня. Да, это связано с ситуацией, которая происходит в Украине, да, но тем не менее это радует. То есть уже видно, как важна, как необходима эта деятельность. А если еще учесть, что волонтер этого возраста оказывает помощь своему сверстнику, то мы понимаем, они разговаривают на одном языке. Понимаете, у них одинаковые проблемы. Конечно, они и одинаковые потребности, они понимают лучше, у них более доверительные отношения складываются. Угу. Вот на этом фоне у нас возникла идея, это у директора Всеукраинской организации труботопроводников в Украине Поляковой Галины Александровны и Катковой Ирины Федоровны, которые мониторят эти потребности, да, возникла идея создания комиссии по защите прав пожилого человека. Она в Николаеве работает. И мы столкнулись с тем, что люди в этом возрасте, к сожалению, со стороны семьи, близких людей, не всегда получают, скажем, старость понимание. У них, да, старость у них спокойная, защищенная. Бывают, к сожалению, такие моменты насилия, финансового насилия, физического насилия. И хорошо, что эта комиссия... И есть, физического да, насилия. Да, к сожалению, да. И был такой сюжет. Я благодарна Николаевской областной телерадиокомпании, которая этот сюжет сделали, он имел резонанс. И действительно, на определенном этапе мы уже довели такого замечательного результата, но в силу определенных обстоятельств женщина вернулась вновь к сыну, который издевался над издевается ней. Над ней. И я надеюсь, что он сейчас понимает. Нет, вы знаете, сейчас ситуация несколько иная. Он понимает, насколько сейчас все это еще под контролем, то есть под контролем участкового. Смотрите, вот, да, такими механизмом воздействия, механизмами мы практически женщине создали некоторые все-таки контроль, да, человек уже боится, да, ну, хотя бы он понимает, что небезнаказанно вот, его деятельность. Да, то есть уже сейчас это под контролем. Я не скажу, что это постоянно, но, тем не менее, участковые контролируют эту ситуацию. Наталья Анатольевна, извините, да. У нас есть звонок, да. Давайте послушаем. Да, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Беспокоит работник социальной службы Центрального района Комарницкая Наталья Эдгельсена. С удовольствием слушаю эту программу. Хочу сказать о том, что Наталья Анатольевна оказывает нам постоянно
как волонтер, великолепную помощь для всех наших отделений во всех районах. Она читает лекции и для наших подопечных, организовывает их, так как они ровесники ее категории этих людей, которых она возглавляет как волонтеров. Также она нам читает великолепные лекции для социальных работников, которые немножко моложе, которые не всегда могут адекватно отреагировать на какую-то ситуацию, дает практические советы. Очень дружим с ней, очень хочется поблагодарить и спасибо большое о том, что такая, проходит такая передача. Наверняка наши подопечные это все смотрят, точно так же будут привлекаться к этой работе. Спасибо большое и телевидению, и огромное спасибо Наталье Анатольевне за помощь. Всего вам самого-самого доброго. Спасибо вам большое за звонок. Видите, спасибо, Наталья, я очень тронута, Наталья Энгельсон. Это необыкновенно, чем вы видите, это удивительно. Вот, действительно приятно сотрудничать, потому что мы говорим на одном языке. Мы понимаем друг друга, мы понимаем, как важно сегодня максимально приложить усилия, найти все ресурсы, чтобы это не просто для слов, да, а чтобы улучшить ситуацию пожилого человека. То есть, если нам повезет, мы все будем, да, вот в этом возрасте. Никто не застрахован. Да. Это действительно повезет, потому что прожить до глубоких лет – это большой подарок жизни, да, правда? Дожить же? До преклонных лет и оставаться при этом активным и деятельным, да, – это подарок. И понимать, насколько важно сегодня и сейчас уже в этом направлении работать. Я благодарна, Наталья Энгельсовна, спасибо вам огромное за ваш звонок, успех, счастья, радости, любви. Это действительно приятное взаимодействие. Мы сотрудничаем уже много лет. Мы сотрудничаем с территориальным центром, с Департаментом труда и социальной защиты населения. То есть спасибо им огромное. Мы нашли в них соратников. Ну, действительно, мы практически делаем одно и то же дело. И сообща, намного легче решать проблемы, а проблем предостаточно. И проблем не становится меньше, к сожалению. Ну, во-первых, вы знаете, то есть плюс, я скажу плюс. Человечество мечтало о том, чтобы увеличить продолжительность жизни. Сегодня эта тенденция есть и в Украине, согласитесь. При всех тех негативных аспектах нашей жизни, да, тем не менее, по статистике, возраст пожилой увеличился, естественно, возникают и проблемы вслед за этим, да, вот, и если к этому подойти спланировано на государственном уровне, да, то можно вполне эту старость сделать очень интересной, активной, важной, не ущемленной. Мы проводили исследования отношения пожилого человека в обществе. К сожалению, есть такие моменты дискриминации по возрасту. У нас были и продолжается такой, вот он завершается, проект «Мониторинг власти по предоставлению услуг, которые необходимы пожилому человеку». Ну, так получается, что, допустим, мы мониторим, скажите, учитывая возраст, да, определенный, мы все время называем волонтеры элегантного возраста, нам так приятнее, так у нас конечно, принято, понимаете, ну, элегантный возраст, который уже предполагает культуру, да, которая действительно в более... Я бы сказала, культура пожилого человека, она все-таки на сегодня более этично, более красиво, более гармонично, правда же? Потому что, ну, я не хочу говорить... Не, но молодежь же упрощен... максимализм. Да, 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 поэтому очень хорошо, когда мы взаимодействуем мудрые, с молодежью. Они понимают, вот. То есть это уже мудрость, это уже такая элегантность. И когда с нами работает молодежь, они обмениваются, да? У нас была такая программа, где молодежь училась эпистолярному жанру. То есть, понимаете, не сокращенная смс-ка, спок-по, да? И так далее, да? Да, а здесь красиво, элегантно выражена мысль. То есть это свойственно пожилым людям. Красивое каллиграфическое написание, правда же? И это хорошо и пожилому человеку, и молодому. Далее. Пожилому человеку сложно, мобилка, допустим. Молодые обучали этому. Легко и замечательно. Мы теперь обмениваемся, да, смс-ками. Ну, то есть красивенько, элегантно их составляя. Молодые люди нас обучали работе на компьютере. Замечательно такое взаимодействие. Сейчас у нас программа «Молодые волонтеры» проводят занятия по здоровому образу жизни. То есть элементарно физические упражнения. Да, вот есть такие у нас университеты, где есть физическая, специалисты физической реабилитации. Вот задействованы студенты ЧДУ имени Петра Могилы очень активно. И политехнического университета, там тоже есть эта специальность, которые согласились работать с людьми пожилого возраста. Это радует. Такой диалог поколений, это всегда содействует
пониманию, это сохранению культуры, традиций, ведь это очень важно на сегодня. Это обмен опытом, это тоже это очень важно. Это сообщающие сосуды. Конечно, конечно. Это, знаете, наверное, даже воспитание детей у пожилочка огромный опыт, несмотря на всю ту информацию, которую мы сегодня имеем, правда же? Учиться любить, учиться участвовать, учиться... Это главное, это учиться главное, любить, конечно, Наталья Анатольевна. Сегодня это так ценно. Любовь уважать друг друга, уважать поколение. Понимаете, и вот когда мы проводили мониторинг, оказалось, что мы это делаем не только для себя, а для того поколения, которое сегодня моложе, и которое в дальнейшем будет пользоваться этими, скажем, наработками. Мы прошли по больнице, мы увидели, что нет питьевой воды в поликлиниках, а она нужна. Согласитесь, конечно, правда же? Mm-hmm. А поликлинику посещает не только пожилочек, мама с детками. То есть мы увидели и другие моменты. Допустим, как работает транспорт у нас, мы заметили, что... Это мы, пожилые люди, обратили внимание на то, что не всегда маршрутки подъезжают к бордюру. Нам с вами легко, да, спуститься? Ну, пожилому человеку это да, сложно. Да, и подняться. Попробуй сиганье на подножку. Вот. А тут, если бордюр, это уже совершенно по-другому. Также и маме с коляской это удобнее. Понимаете, вот такие наблюдения, такие, скажем, наблюдения все-таки в большей степени, то есть своего рода мониторинг, они очень полезны. Мы обратили внимание, допустим, плохо отражена эта пешеходная дорожка. Это полезно, опять-таки, не только для пожилого человека. Пожилой человек, люди редко ходят вечером, потому что, к сожалению, плохо освещены улицы. Сегодня, правда, ситуация в городе меняется к лучшему. Я обратила внимание вчера вот на Большая Морская и, по-моему, Наваринская, вот установлены светофоры. Это радует. Да. Посмотрите, да, как меняется. Если мы проведем мониторинг, мы во многом увидели хорошие уже остановки. Мы когда начинали эту работу, многие трамвайные остановки были не оборудованы, это было под дождем, да, сейчас они уже крыты. Есть скамейки, есть и негативные моменты, когда установлена скамейка, но почему-то кто-то уже снял покрытие, да, уже сломал. Печально, хотелось бы, чтобы все-таки наша молодежь и вообще люди, живущие в городе, более ответственно и бережно относились к тем местам, к своему городу, ко всем тому, что стараются сделать, улучшить и благоустроить. Ведь все вместе, если мы сообща, мы тогда сможем украсить жизнь сегодня и сейчас. И самое для главное, себя Наталья Анатольевна, вы понимаете, вы не делите людей, и ваша организация старается стереть вот эти грани, потому что нет людей, молодые, средние, старые и так далее. А все мы – это общество, а общество – это народ, это люди. Это семья. Вот это главное. Вы знаете, вы так хорошо это отметили. Дело в том, что у нас одним из приоритетов есть, это мы вне политики, мы вне религии. То есть нам все равно, какая конфессия, да, верующий или атеист. Нам не важно, какие отдают предпочтение какой партии. Это не имеет значения. Для нас самое главное сегодня и сейчас сделать вот на уровне города, на уровне пожилого человека, как можно комфортнее жизнь пожилого человека в силу наших возможностей. Где-то своим временем, в ущерб своему времени, или наоборот, вот востребовано наше время, наши ресурсы, то есть человеческий ресурс, знания, умения, опыт, навыки, правда же? Конечно. Плюс подключить другие ресурсы, если мы это не можем. Поэтому, я еще раз говорю, не всегда человек может за себя постоять. Есть такие люди, да, очень деликатные, да, очень, знаете, скромные, застенчивые. Хорошо, когда включается человек его же возраста и решает его проблемы спокойно. Сообща, мы приходим к хорошему результату. Вместе мы сила. Вот. Есть хорошая поговорка, да, один в поле не воин. Наталья Анатольевна, конечно, это очень здорово. Вы делаете очень большое дело, и вы знаете, может быть, морщинки, вот, которые здесь возникают у людей, потому что много проблем и много дум об этих проблемах, может быть, благодаря и вашим людям, и вашей деятельности, они разглаживаются, и одновременно с этим будут разглаживаться морщинки и на лице нашего общества. И наше общество, друзья мои, вместе, совместными усилиями, будет молодым и здоровым, и физически, и психически. Правда, Наталья Анатольевна? Правда, правда. Вы знаете, таких людей
немного. Поэтому это, вот знаете, действительно, это скарб Украины. Вот я это не пафосно говорю, от души, потому что низкий поклон этим людям, их семьям, которые их поддерживают, их детям, внукам, правнукам, которые поддерживают, понимают, насколько ценно и важно. Кстати, правнуки у нас тоже волонтер. Допустим, пожилой человек не может там сделать, передать информацию через интернет. Пожалуйста, включаются их правнуки, внуки, которые помогают и выполняют эту работу. Вот мы это называем тоже волонтерской. Это работа, это волонтерская работа, потому что она никак не оплачивается, да, это все бесплатно, и постоянная работа. Более того, когда возникла ситуация в Украине, наши люди не оказались не равнодушными, это и вязаные носки, это и продукты питания в госпитале, это вещи, собранные для беженцев и для солдат, то есть передавали в центр волонтера. Я благодарю всех, кто в этом принимал участие. Я всегда прошу, приходите к нам, у кого есть желание сегодня и сейчас, и быть полезным для других, и помочь себе таким образом. Всегда рады. Буденного, 77, квартира 13, четверг в 11 часов. Среда, арт-терапия в 11 часов. Йога тоже в это время, вот в четверг по четвергам. Но теперь спасибо нашему йога-терапевту, она принимает их в своем центре, мы очень благодарны ей за это. Но это уже тема для другого разговора, Наталья Анатольевна, потому что время нашего эфира подошло к концу. Друзья мои, сегодня мы с вами говорили о том, что вместе мы можем очень много-много сделать хорошего. И вот Наталья Анатольевна Володко сегодня именно и доказала своим примером, что действительно, друзья мои, вы не одиноки. Главное помнить, что не одиноки. Друзі, сьогодні ми з вами хвилювались про турботу людей похилого віку, що мешкають в місті Миколаєві. І нам в цьому допомагала керівник Миколаївського відділення благодійної всеукраїнської організації «Турбота про літніх людей в Україні» Наталія Володка. Не хвилюйтесь, все буде добре. На все добре.